Снимаем еще видео, пока идем до машины. Что? Ничего. Нет. Видео снимаем. Интервью хочешь дать? Нет. Нет. Идем. У меня все варежки насквозь мокрые. Вот, а в России тоже строится новый терминал для перехода границы. Этот сарай у моста снесут, наверное. А вот сейчас я слышу, что ты говоришь. Да, я про границу. И пропускной пункт. Чего говоришь? У кого виза есть, того туда и пускают. Да. Надо тоже визу делать. Пойдем посмотрим солнечные часы, закрытый фонтан. А? На сушку и шапку надо. Да-да, придем домой, на сушку положим. Бассейн закрыт, положим. Дружба, солнечные часы. Столько было, блин, подрезали часть. Запятил. Чё ты там делаешь? Что ты там делаешь? Что, пойдем? Дорожку пешеходную оборудовали, крышу поставили, чтобы контрабас не кидали через мост в воду. Тут у нас галюнки типа сортир. 50 центов или 20. Лестница в небеса. Вот. Камеры на столбе. Крепость опять же. Ну, вот такие у нас прогулки. До новых встреч.
подключите новых видео.